чистый домик. Наконец-то я свалила от родителей. Ух, жизнь прекрасна. Виолетта, ты уверена, что должна это делать? Наша дочь попадет в руки к этой непонятной девушке. Да, обожаю свою беззаботную жизнь. Каждый день тусовки, дискотеки. Как же ты ошибаешься про беззаботную жизнь? Да, жизнь лучше! Вы кто? У нас для тебя подарочек, человек. Что это было? Разве не видишь? Это же дом бедной Софи. Эта неудачница очень странная. Пойдем быстрее отсюда. Мам, ну ты серьезно? Софи, не мешай маме работать. Опять мне кастрюля упала на голову. Как же меня это достало? Софи, не шевелись тогда, когда спишь. Вообще, вперед! Мама, что ты делаешь? Что я делаю? В школу тебя выгоняю! Вперед! Какая школа? Уже вечер! Ну, значит, иди просто пройдись. Мне нужно провести свой спиритический сеанс. Нет, моя мама не сошла с ума. Она просто думает, что 16 лет назад вампиры ей подкинули ребенка. То есть меня. Знаю, полный бред. Вернутся ли вампиры в наш город? Макс, я переживаю за нашего ребенка. Почему мы отдали нашу дочь этой чокнутой? Эти голоса в голове. Да, она странная. Но у нее доброе сердце. Не знаю, что там у нее с сердцем, но с головой у нее точно проблемы. Мам, пап, успокойтесь, это мы. Обязательно каждый раз зубы показывать. Что вы здесь делали? Следили за нами? Это вы что делаете у дома этих чокнутых? А это уже не ваше дело. Класс, обожаю наших странных родителей. Братишка, ну что там? Идет наша жертва. Тихо. А вот и она. Идет. Ну что, готовы хорошенько посмеяться? Телефоны готовы. Прямой эфир почти начался. Давай, чувак, наши подписчики хотят зрелищ. Сегодня Софи станет звездой интернета. Давай! Ай, споткнулась. Очередной день моей неудачной жизни. Софи, это ты? Началось. Ну да, а что? Ты прекрасно выглядишь. Эта рубашка тебе так идет. Да? Не зря постирала. Спасибо. Какая же она глупая. И вообще, последние дни я только о тебе и думаю. Что за ерунда? Итан, у тебя что, температура? Ты мне снишься каждую ночь. Давай, Софи, это твой шанс. Неудачница! Господи! Какая же ты наивная, я не могу! Как я могла на это повестись? Все получилось идеально. Фотки отпад. Какая же она все-таки неудачница. Братишка, ты лучший. Впрочем, как всегда. Ух уж эта Софи размечталась. Итан никогда не обратит внимания на такую неудачницу. У нее нет шансов получить первый поцелуй. Тем более с таким красавчиком. Да, я красавчик. Пранк удался! Как же я устала от всего этого. Мне не хочется больше жить. Детка, поверь, жизнь прекрасна, когда ты ее распробуешь.
Вы кто? Мы предлагаем тебе бесконечную жизнь, бессмертие. Что? Кто вы такие? Я сейчас вызову полицию. Ладно, передумала. Не волнуйся, мы тебе не причиним вреда. Мамочки, вы кто? Животные или люди? Мы два в одном, детка. Мы вампиры. Красота! Родаки свалили! Чувак, может устроим тусовку дома? Отличная идея! Мне нравится! Девчонок позовем! И меня тоже позовете. Ой, пап! Вы уже вернулись с охоты? Если что, про вечеринку это шутка была. Мы так рады, что вы вернулись! Да-да! Мальчики, у нас с папой для вас новость. Дорогая. Так, надеюсь, это что-то хорошее. Конечно. Подарки, да? Есть у нас один подарочек для вас. Доченька, входим. Доченька? Они же шутят, да? Что-то мне это не нравится. Мам, пап, это ужас какой-то. Ваш дом настолько большой, что я чуть не потерялась. А вот и наша доченька. Знакомьтесь, это... Софи! Я тоже рада вас видеть. Теперь мы одна семья. Ура! Не хотите обнимашек? Ну ладно. Доченька. Софи, хватит спать, просыпайся. Софи? Где пропала эта девчонка? Серьезно? Да. Софи теперь будет жить с нами. С сегодняшнего дня она ваша сестра. Да, и вы теперь мои братья. Что за бред? Кто это придумал? А нормальной сестры не нашлось. Я вообще-то еще здесь. Спасибо, мама. Спасибо, папа. Очередная ваша идея оказалась неудачной. Я не понимаю вашего недовольства. Вы ведь ходите в одну школу. Разве вы не дружите? Нет! Ну что ж, значит, подружитесь. Удачи, любимая. Что вы так на меня смотрите? Я не выбирала себе родителей. Софи, у тебя есть мама. Зачем тебе еще одна семья? Моя мама бедная. И что там уже скрывать? Она немного чокнутая. Ты наших родителей видела? По-моему, самые странные родители – это наши папа и мама. Так что мы выиграли. Но вы хотя бы богатые. У вас есть стены и крыша. А мы с мамой живем почти на улице. Но ничего, теперь у меня есть дом. Мне интересно, где ее мать? Она что, реально ее бросила? Не знаю, для чего Софи ушла от своей мамы, но главный вопрос, зачем нашим родителям бедная школьница? Да, почему они решили удочерить именно Софи, а не кого-то другого? Это все очень интересно. Мы это обязательно выясним. Ну что, дорогой, как ты думаешь, мы сможем уговорить Софи стать вампиром? Ну, если не сможем, то заставим. Нет! Никакого гипноза для детей. Ты забыла о нашем правиле. Это глупое правило. И если бы не оно, наши сыновья давно бы стали вампирами. Нет! Когда они сами захотят, тогда мы их и превратим. Виолетта! Разговор закрыт. А если они захотят стать 30 лет вампирами, что тогда? Ничего такого здесь не вижу. Они навсегда останутся в старом теле. Ты называешь 30-летних людей стариками, сказал 300-летний вампир. Тебя такое? Ты только посмотри на видео с неудачницей Софи. Ого, она уже набрала 1 000 000 просмотров? Ну конечно, наши подписчики еще не видели настолько неуклюжую девчонку. Как думаешь, это был ее первый поцелуй? Конечно.
Ты так думаешь? Неудачница Софи ни с кем не целовалась и не встречалась. Уверена, даже за руку не держалась. Знаешь, мне даже немного жаль эту девчонку. А мне нет. Бедняжка, даже друзей себе найти не может. Что? Это Софи? Где? С братьями? Что? Я так счастлива! Я не знаю, что происходит, но мне это не нравится. Мы должны все узнать. Я так рада, что мы теперь с вами семья. Слушай, Софья, давай в школе сделаем вид, что мы тебя не знаем. В смысле? Ты не обижайся, но лучше не разговаривай с нами, ладно? Вот так вот значит. Походу, она обиделась. Ну что поделаешь, мы же не должны с ней дружить из-за того, что она наша сестра. Ничего рассказать нам не хотите? Эмма, Сьюзи? Вы что, без настроения? Мы ждем подробностей. Нам интересно все. Как же я рада, что вся наша семья опять в сборе. Да, дети с нами, жизнь бесконечна. Что еще нужно для счастья? Макс, ты что, плачешь от счастья? Это не я. А кто тогда, если все дети в школе? Ой, Софи! Что? Почему ты здесь? Ты же ушла с братьями в школу. Я не буду туда ходить. И вообще не хочу выходить из дому. Софи! Секундочку. Да, Кевин. Отпустить вас вечером на вечеринку? Ну, хорошо. Только если вы возьмете с собой Софи. О нет, какой позор! Поверь мне, детка, тусовки – это круто. Пора становиться тебе настоящей красоткой. Что вы уже придумали? Ты – дочь вампиров, поэтому плакать нельзя. Ты должна радоваться бесконечной жизни. Что? Я уже бессмертная? Пока нет, но мы можем это устроить. Нет уж, спасибо. Хватит рюмсать. Погнали делать из себя красотку. Сьюзи, ну где ты так долго? Я уже на месте. И я захожу. Что? Сьюзи? Эмма? Это что, прикол какой-то? Это ты издеваешься? Что за топик у тебя? Такой же, как и у тебя. Зачем ты пришла в том же, в чем и я? Это ты пришла в той же одежде, что и я. Ладно, может, никто и не заметит. Девочки, вы что, сегодня близняшки? Ну, класс. Это не смешно. Вы сестренки, типа, да? Договорились специально одеться так? Нет. Всем привет! Софи? Ну класс, еще и этого не хватало нам. А с каких пор Софи стала такой красоткой? Красотка? Это они сейчас обо мне? Обалдеть! Думаю, это дело рук нашей мамы. Она даже нам хочет поменять стиль постоянно. Может, вас не познакомить? Замолчите! Вам-то явно нужна помощь с выбором одежды! Как мне с ними заговорить? Как подружиться? Замолчите! Это совсем не смешно! А по-моему, отличная шутка, братишка! Во всем виновата ты! Кстати, у вас классные топики! Мне очень нравится! Ай, отпусти! Сьюзи, отпусти! Ай! Давай, не в деньгах. Я стала богатой, а со мной все равно никто не хочет дружить. Может вернуться домой? Ну, помоги мне. Где моя дочь находится сейчас? Что? Дурацкая доска! Там никого нет! Вернуться домой и быть бедной, а потом сойти с ума, как моя мать!
Нет, единственный шанс наслаждаться жизнью – это стать вампиром. Любимая, ты слишком громко думаешь, твои мысли в моей голове. Что я могу поделать? Мне нужно думать об осуществлении нашего плана. Ты про Софи? Думаешь, она уже готова? Да, любимый, я предлагаю сегодня же поговорить с Софи. Я, конечно, хочу превратить нашу дочь в вампиршу, но уверен, она еще не готова. Ты ошибаешься. Да, я сама этого хочу. Софи, чего ты хочешь? Я решила, и назад дороги нет. Я хочу стать вампиром. Ты правда готова пойти на это? Ты должна знать и о проблемах вампиризма. Да какие проблемы? Вы же сами говорили, что это настоящий дар и бессмертие. Думаешь, все так легко и просто? Нет. Например, солнечный свет для нас смертельно опасен, если потерять защитные кулоны либо кольца. Фу, ерунда. Вы такое мне подарите, и я буду его всегда носить. За нами всю жизнь охотятся. И это еще не все. Да мне все равно. Вам же нравится жить? Да. Я хочу быть как вы. Я хочу полюбить эту жизнь. Наша дочь. Кусайте. Ну что, братишка, как тебе сегодняшняя тусовка? Незабываемая. Девчонки, конечно, задали жару на вечеринке. Да-да, такие вечера я люблю. Будет что вспомнить. Кстати, а где Софья? Она же тоже вроде приходила. Да, точно. Уже совсем забыл про нее. Кстати, как она тебе сегодня? Красотка, да? Классная у нас все-таки сестра оказалась. Да, я приятно удивлен. Видно, что наша мама постаралась. Знаешь, а я уже немного и привык к этой Софье. Она оказалась хорошая девчонка. Думаешь, подружиться с ней? Ну да, а ты что, против? Я думаю, что из нас получится отличная, веселая и странная семейка. Как же я рад и горд. Наконец-то это случилось. Моя дочь вампир. Я отец вампира! Софи, ты даже не представляешь, насколько долго мы ждали этого момента. Ну что, дочь, как ты себя чувствуешь? Отлично, только хочется кушать. Знаю, сейчас голод будет сильнейший. Для этого у нас и есть запасы крови. Мы принесем тебе вкусняшки. И еще шоколадку, чтобы тебя не стошнило от крови. Еда уже близко. Еда. Как же я горжусь, что наш ребенок вампир. Да, я тоже. Мне кажется, Софи получится очень миленький и маленький зверек. Первая еда для маленького вампира готова. Думаю, этого хватит. Конечно, тем более Софи девушка. Да-да, нам нужно намного меньше запасов. Надеюсь, Софи не побежала искать себе еду. Софи! Кевин, ты чего там спрятался? Итан, беги! Что такое? А, Софи напугала. Что с твоими глазами? Какая-то странная. Кевин, а что с тобой? Кто тебя укусил? Итан, беги! Она чудовище, как мама и папа! Софи, стой! Я не хочу быть вампиром. Софи! Кузняшки! Мальчики! Кажется, мы опоздали. Парни, как у вас дела? Спасибо, пап. Мам, спасибо за сестру. Мальчики. И спасибо за то, что вы очень вовремя. О нет, мы не успели. Что же мы натворили? Вы же сами хотели, чтобы мы стали вампирами. Вот, получайте. Надеюсь, вы довольны. Как и мы. Мы этого не хотели. Простите нас. Эй, вы куда?
У нас есть одно очень важное дело. Мы вообще-то только что тут стали вампирами. Если вы не заметили. Это сложно не заметить. Если честно, мы не понимаем, что с этим подарком нам делать. Такой себе подарочек. Поймите, Софи сейчас очень опасно. Мы должны найти и остановить ее. Нет, Макс, ты оставайся с мальчиками. Значит так, перед тем, как вы нас с мамой начнете ненавидеть... Поздно. Вы уже справились. Так вот, я расскажу вам главный секрет. А можно как-то ускорить все это? Теперь вы навсегда остаетесь в красивом, здоровом теле. Ну нет, я только хотел накачать пресс. Еда! Я чувствую повсюду вкусняшки! Стой, сумасшедший, это люди! Договорились встретиться с мальчиками в 6. Ни Итана, ни Кевина. Класс! Да, хоть бы предупредили, что опоздают. Надеюсь, они не проводят время с Софи. Тоже мне сестру нашли. Я ее, кстати, давно не видела. Интересно, как она? Я отлично. Приветик. Спасибо, что переживали. Софи? Что это с тобой? Все прекрасно. Теперь я новая Софи. Вам нравится? Ты очень странно выглядишь. Не выспалась, что ли? Ты нас пугаешь. А что такое? Страшно? Противные девчонки. Не приближайся. Значит, точно страшно. Я не знаю, что ты задумала, но нам пора уходить. Стоять! Вы обе будете дружить со мной. Вы считаете меня самой крутой девчонкой? Вы мне завидуете. Стой, стой! Не надо никого кусать! Мама, успокойся. Я никого не собираюсь кусать. Девочки, с вами все в порядке? Конечно, мы отлично проводим время вместе с Софи. Она наша самая лучшая подружка, и мы ее очень любим. Я же говорила. Если честно, я даже немного завидую Софи. Она ведь такая классная. Подождите меня. Неужели с девочками все нормально? И Софи себя сдержала. Но почему? Спокойно, спокойно, вампиры. Как она ощущает себя самыми сильными и могущественными? До сих пор не могу поверить, что я не человек. Это все ваша любимая дочка сделала. Зачем вы только ее удочерили? Софи успокоится и начнет привыкать к новой жизни. Просто она сейчас сильно голодная. Надеюсь, эта девчонка никого не обидит. На удивление, все отлично. Софи не кусала своих подруг. Что? У Софи нет друзей. А как же Сьюзи и Эмма, с которыми она сегодня была? Ваши одноклассницы. Они наши одноклассницы, но не подруги Софи. Но девочки сами сказали, что они дружат с Софи и считают ее самой классной. Вы что-то подозреваете? Да. Мам, ты ничего не перепутала? Ты точно сейчас о Эмме и Сьюзи говоришь? Они никогда не любили Софи, всегда издевались на ней и считали неудачницей. Я знаю, что происходит. Походу, Софи использовала наш дар внушения. Неужели она им внушила эти мысли? Да, гипнотизировала. Лишь бы эта девчонка ничего не натворила. Да, Кевин? Секунду. В смысле вы в полиции? Что происходит? Сьюзи с Эммой не знают, что делать. Они ограбили банк и теперь боятся звонить родителям. Я так понимаю, грабить банк захотели не они сами, да? Нам нужно срочно найти Софи. Мы выходим на охоту. Софи, что ты делаешь? Ты что ли чокнулась, как твоя мама? Не волнуйтесь, полицейский жив. Он просто сдал немного крови, как на анализы. Какая же ты безумная! О, спасибо за комплимент, милая Эмма. Это был не комплимент. Я не понимаю, что происходит. Мы недавно тебя считали классной, а потом решили ограбить банк. Да-да, все именно так. Но сейчас жалеем обо всем. И понимаем, что это было не наше желание. О, бедняжки. Так в чем дело? Слушай, Эмма, может это мы чокнулись, а не Софи? Этого всего
хотела я, глупые девчонки. И что? Зачем мы тебе слушались? Это что, волшебство какое-то? Ты ведьма, как и твоя мать? Нет, она не ведьма, и она не моя мать. Это как? Мои родители другие люди. Точнее, они не люди. Не люди? А кто твои родители, Софи? Они вампиры. Наша неудачница Софи решила просто нас разыграть. Успокойся. Сьюзи, разыграть? Мы сейчас сидим в тюрьме, если ты не заметила. Разве это похоже на розыгрыш? Дочка, стой! Отстаньте все от меня! Дочка, ты не голодная. Это все мысли из-за превращения. Я хочу кушать! Помедленнее, сестренка. Да отстаньте вы все от меня! Кажется, ты в ловушке, сестренка. Нет! Софи! Нет, пожалуйста, не оставляйте меня здесь! У нас нет другого выбора. Я не хочу быть бедной! Не хочу жить в этом доме без стен и крыши! Мы хотели спасти твою жизнь. Мы дали тебе все. Бессмертие, силу, вечную молодость. Но ты, глупая девчонка, решила укусить своих братьев и превратить нас в вампиров. Мы не хотели этого. Это должен был быть наш выбор. А ты решила за нас. Я знаю, что ужасное. Остановитесь, прошу. А еще ты заставила девочек себя любить. Не по-настоящему дружить, а по твоему велению. Нет. Да, ты заставила их совершить кражу, чтобы невинных школьниц посадили. Теперь девочки в тюрьме. Наверняка надолго. А ведь у них есть родители, которые скучают. Я прошу вас, остановитесь. Я уже чувствую себя чудовищем. А ведь так и есть. Мама! О, ты вспомнила, что я твоя мать. Но оставила меня здесь одну и побежала к семье побогаче. Нет, пожалуйста, не надо. Нет! Софи, что случилось? Кто обидел мою девочку? Успокойтесь, мисс Моника, никто ее не трогал. Она просто уснула. Наверняка гуляла допоздна на вечеринках. Мажорка. Мама, а почему ты так странно одета? Знаю, этот пиджак из старой коллекции, нужно срочно купить новый. Почему моя мать выглядит так по-богатому? Может, потому что она миллионерша? Это же наша директриса. Ничего не понимаю. А вы? Почему у вас такая одежда? Ну извини, у нас нет столько денег, как у твоей мамочки. Мы вообще-то бедные. Только не смейся с моего прикида. В прошлый раз, как ты выставила историю, вся школа смеялась надо мной. Так я не вампирша? Ой, кстати, классный у тебя вчера образ на вечеринке был. Мы на фотках видели. Ах, да, Хэллоуин. Мне после вечеринки такой странный сон приснился. Вы не представляете. Вы обалдеете, когда я вам расскажу. Да мы и так уже обалдели, что ты с нами общаешься. Обычно ты даже не разговариваешь с нами, только смеешься и прикалываешься. Так я реально чудовище. Вот для чего мне это приснилось. Слушай, а ты себя вообще нормально чувствуешь? Ребята, обогнали ко мне в гости. Вечеринку устроим. Да ладно, ты нас зовешь к себе? Что происходит? Да я сам пока не понимаю. Софи, ты что, опять придумала новый пранк, да? Нет, я хочу с вами подружиться. Я ведь не чудовище. Погнали все собираться, пока она не передумала. Да, приснится же такое. Кевин! Коктейль, быстро! Вот он, Виолетта! Сьюзи, мне жарко! Поняла. Эх, а вот теперь все идеально. Это же Итан! Какой он! Так убрали от меня свои руки! Итан! Виолетта, чего тебе? А может мы затусим как-то вместе?
У меня много денег. Я могу достать билеты на любой рок-концерт. Ой, кажется, денежки закончились. Но ты не переживай, я могу взять у мамы. Виолетта, мне это не интересно. Пошли, любимая. Нет, только не это. Так, чтобы завтра отчеты были у меня на столе. Отговорки не принимаются. Мамочка. Виолетта, я разговариваю по телефону. Но это срочно. Ты что, не понимаешь, что я занята? Да-да, я на линии. Ах, так значит. Потом договоришь. У меня вообще-то проблемы. Ты что наделала? Я говорила с важными поставщиками. И что? У меня случилась беда. Дай свою карточку. Виолетта, ты что, совсем обалдела? Никакой карты за такое поведение. Мам, мне очень нужно. Ну и зачем? Чтобы ты опять расплачивалась за своих никчемных друзей? Они не никчемные. Я сказала нет. Ну и не нужно. Потому что я ее сама взяла. А ну стой! Что за поведение? Отдай! Мам, ну она мне очень нужна! Да я тебе сейчас! Мам, что с тобой? Не притворяйся! Эй, мам, ты меня слышишь? Мамочка, эй, мама! Так, это не дело. Она что, уснула? Это все из-за того, что ты не хочешь давать мне золотую карту, да? Ну ничего, я знаю, что с этим делать. Смотри, мам, $5. Это же бедность. Не помогает. Ну ладно, у меня есть другой способ. То, что нужно. Мама, смотри, использованная жвачка. Ой, что и это не помогло? Ну ладно, у меня есть еще кое-что. Ну что, мамочка, это тебя должно точно разбудить. А это как тебе, мамочка? Не поняла. Это что, тоже не работает? Чего она так крепко спит? А если она не проснется, что тогда будет? Отдайте хоть копеечку, пожалуйста, люди добрые. Это что, Виолетта? Да, точно, она. Ребята, привет. Виолетта, что это на тебе? Что за позорище? Ты же самая настоящая бездомная. Это все временно. Ага, Виолетта превратилась из миллионерши в беднячку. Это же не так, ребята. Вы не то подумали. Нет! Так, мам, очнись. Ты же не хочешь, чтобы я была бедняжкой? Мам! Что вы делаете, девушка? Доктор, а вы хоть можете разбудить ее, мою маму? Какое разбудить? Она в коме. В коме? Самой настоящей? Ну да, ваша мама сильно ушиблась головой, и прогнозы пока не очень положительные. Как же так? Что я буду делать одна? Вы главное держитесь, а я сделаю все, чтобы ваша мама поскорее поправилась. А, и кстати, это я нашел в кармане вашей мамы, когда она поступила. Думаю, лучше отдать вам. Золотая карта! Спасибо, доктор! Ай, да, если будут какие-то новости, то...
Что за молодежь сейчас пошла? Никакого сопереживания за случившееся. А ведь родители — это самое главное. Наконец-то эта золотая карта у меня. Теперь я смогу делать все, что захочу. Покупать, что захочу. Расплачиваться, где захочу. И никто мне не сможет помешать. Любимый, теперь с этой золотой картой я сделаю так, что ты точно будешь моим. Надеюсь, мы сегодня встретимся? Конечно! Я буду ждать тебя после уроков! Люблю тебя! И я тебя! Итан, слушай, а ты не хочешь сходить после уроков со мной в спортзал? Нет, мне это не интересно. Меня ждет любимая. Все понятно. Кевин, не грусти. Да с момента, как у Итана появилась эта Мэдди, он вообще со мной перестал проводить время. А раньше мы были лучшими друзьями. Не переживай ты так. У него сейчас такой период. Он влюблен. Угу. Но это не значит, что нужно забывать о друзьях. Всем доброе утро! Виолетта, ты сегодня так необычно выглядишь. Тебе очень идет этот наряд. Спасибо. Это все потому, что я теперь владелец золотой карты. Че это Виолетта на себя напялила? Мэдди, ты прикинь? А еще у меня теперь много денег, и я могу делать все, что захочу. Эй, ты можешь не орать, пожалуйста? А что это с ним? Так он со своей девушкой по телефону общается. С девушкой, значит? Ну ничего, это ненадолго. Скоро ты будешь моим. Как же это вкусно. О, Итан, приятного аппетита. Спасибо, ты куда-то шла? Да, точно, извини. Нужно взять еду и сесть возле Итана. Так вот, что выбрать? Девушка, вы что-то хотели? Да, я вот думаю, что взять. Обычно я кушала салатики, а сейчас может взять бургер. Вот это я сейчас объемся. Возьми вот лучше салатик поешь, он намного полезней. Салатик! Достала эта мама! Почему она меня вечно контролирует? Ну уж нет, теперь мама в больнице, и я сама решаю, что мне есть. Можно мне бургер? Конечно, держите. Спасибо. Итан, можно я покушаю возле тебя? Просто везде занято. Нет, ты не переживай, я уже покушал, ешь себе спокойно. Ну вот почему он меня избегает? Я даже взяла бургер, как у него, а ему все равно. Ну ничего, я все равно его добьюсь. Ну вот что со мной не так? Я вроде красивая, богатая. А что, если этого Итана попробовать соблазнить? Это не то, и это тоже. Здесь все такое обычное, с блестками. А что, если купить новую одежду, рокерскую? Тогда я точно должна понравиться Итану. Тем более у меня есть золотая карта, и я могу на нее купить все, что захочу. Точно так и сделаю. Да, этот магазин явно отличается от тех, которым я обычно покупаю одежду. Здравствуйте. Чего? Эй, где ваши манеры? Я вообще-то покупатель. Что-то не нравится? На выход. Да, к таким покупкам я не привыкла.
Раньше у меня все было по-другому. Так, возьмем эту юбочку и эту кофточку. Я думаю, тебе идеально подойдет. Мам, опять розовое? Я хочу одеваться, как нормальные подростки. Запомни, солнышко, настоящая леди только носит нежные цвета. Ой, как всегда, эта мама за меня все решает. Ну ладно, извините, мне все нравится. В общем, мне нужны рокерские вещи. Пожалуйста, бери все, что хочешь. А вы не могли бы мне помочь? А то я совсем не разбираюсь в этих рокерских штучках. Помочь? Это я могу. Иди в примерочную, посмотрим, что из тебя получится. Ну, как вам? О нет, ты похожа на старую мрачную бабку. Все, иди, переодевайся. А этот образ как вам? Вроде бы неплохо, но что-то не то. Давай еще. А это платье как вам? А вот это то, что нужно. Теперь ты настоящая дерзкая девчонка. Может это... Познакомимся? Что? У меня есть парень. Так вот вам деньги и до свидания. Ха, ну и зря. Кучевых нормально оставила. Так, чего вы накинулись на нее? Ну нам же интересно. Итан, ну пусть посмотрят. Ну ладно. Ого, а тебе не было больно? Конечно было, но что же делать? Красота требует жертв, зато теперь я в тренде. Да, это моя девушка. Капец, ты крутая. Я знаю, тебе же меня отвалили. Мне кажется, все в сборе. Вот и настало мое время. А тебе вот было больно? Мне такую татуировку. Эй, Крис, Сьюзи! О, привет, подруга! Блин, очень крутая татуировка. Да на что вы там так смотрите? Эй, чего ты стала тут? Ты не видишь, что ребята рассматривали мою татуировку? Или, может быть... Ты тоже хочешь посмотреть? Татуировка? И что в этом такого? Я вот недавно была в рокерском бутике и купила себе там самое дорогое платье. Кстати, как вам? Подумаешь, платье. Этим никого не удивить. То есть? Всем все равно? Эй, Сьюзи, быстро за мной! Эй, куда? Быстро, я сказала! Ладно, идем. Еще увидимся, ребят. Кажется, кто-то завидует моей девушке. Лузерша. Так, и почему вы не сделали мне комплимент? У тебя очень красивое платье. Оно тебе очень идет. А уже поздно, тупицы. Мы просто ничего не видели, кроме татуировки Мэдди. Она настолько крутая! Да что вы заладили с этой татуировкой? Это же сейчас тренд! Родители никому из нас не разрешают набить татуировку. А вот Мэдди сделала это без спроса. Смелая девчонка. И что? Это сейчас правда так круто? Угу. Вот бы мне маленькую татуировочку. Хоть одну. А вот я бы себе набил дракона на всю спину. Ну, если это действительно модно, нужно соответствовать трендам. Увидимся, ребят. Куда это она? Неужели в тату-салон? Это точно нет. У нее же такая строгая мама. Если она узнает, что Виолетта набила татуировку, она ей деньги год давать перестанет. А для Виолетты это самый большой страх. Ну да, ты прав. И почему мы не такие смелые, как Мэдди? Здравствуйте. Эй, вы меня слышите? А? Девочка, чего тебе? Я пришла сделать себе тату. Ты... А разрешение от родителей у тебя есть? Разрешение от родителей? Вот это татухи! В
тебе показалось? Ну, смотри мне, у настоящей леди не должно быть испорчено тело татуировками. Я тебя поняла. Ой, мама, ничего мне не разрешает. Эй, эй! А мне и не нужно разрешение, я сама по себе. Вот, у меня даже есть золотая карта. Это уже аргумент. Что будем бить, сердечко или бабочку? Понимаете, мне нужно что-то очень крутое. Крутое, говоришь? Ну ладно, сейчас что-то придумаем. Давай свою руку. Ой, я что-то боюсь, это очень больно. Ну, придется немного потерпеть. Ай, нет, не нужно, я боюсь. Так, у меня вообще-то еще куча клиентов. И нету времени, чтобы вас успокаивать. Мы будем продолжать. А можно переводную татуировку? Переводную татуировку? Без проблем. Кажется, еще чуть-чуть, и я буду такой же крутой, как Мэдди. Ну, почти. Итан, я так рад, что у нас есть возможность поговорить. Ты так изменился за последнее время. Это все потому, что я рокер, и у меня теперь совсем другая компания. А ты не скучаешь за тем, как мы проводили время вместе? Честно, иногда вспоминаю. Ты вообще классный чувак. Если хочешь, я могу поговорить с ребятами, чтобы они и тебя взяли в компанию. Правда? Спасибо тебе огромное, чувак! А вот и парни. На этот раз у меня должно пройти все замечательно. Привет, мальчики! Виолетта, что это у тебя? Это моя новая татуировка. Ого! Стой! А как же твоя мама? Она тебе разрешила и не была против? А я решила у нее не спрашивать. Вот это ты крутая! Итан, а тебе нравится моя татуировка? Ну, неплохо вроде бы. Тебе правда нравится? Ну, я люблю тату. Это же тренд. Ой, правда? Это так круто! Ладно, я уже пойду, мне пора. Ой. Какая-то Виолетта странная последнее время. Сама на себя не похожа. Да какая разница? Давай лучше продолжим. О чем мы там? О новой рокерской компании. Сьюзи! У меня, походу, все получилось! Ты чего такая радостная? И это что, тату? Да это переводная. Только никому не говори. Я побоялась бить настоящую. А, все понятно. А то я думала, ты это, решилась. Я когда увидела эту машинку, я так перепугалась. Да и вообще, если сейчас не об этом. Итан первый раз сказал, что ему во мне что-то понравилось. Я уже и забыла, что тебе сам Итан нравится. Ты даже не представляешь, насколько. Я готова сделать все, чтобы он был моим. А как же мама? Она вроде бы была против, чтобы ты с кем-то встречалась. А мама? Какой же Итан красавчик! Как он мне нравится! Не поняла, что это такое? Кто это? Это парень, который мне нравится. Ах так, нашла время для любви! А ты оценки свои видела? Так, никаких парней и точка. Как мне этого бесит! Итан, за что она так с тобой? Виолетта? Мама уже не против. Тогда тебе ничего не мешает завести отношения с Итаном. Это да. Только вот мне нужна будет твоя помощь. А я тут при чем? И я бы хотела, чтобы ты узнала абсолютно все о Итане. Где он проводит свободное время, где любит тусоваться, о ком думает. Ну, как я должна это сделать? Не знаю, проследи за ним. Подружка, ну, пожалуйста. Ладно, что не сделаешь ради своей лучшей подруги.
Так и знала, что деньги сработают. Эх, скоро я буду вместе с самым желанным парнем. Это уже такое старье. Не то, что ты... Эх, какой же ты красивый, пенниборд. Не то, что мой старый скейт. А вот и Итан. Эх, на что не пойдешь ради денег? Как же я хочу, чтобы ты был со мной. Фу, что он делает? Неужели он целует фото своей девушки? Это так мерзко. Ладно, нужно подобраться поближе. Мой любимый. Эй, Сьюзи, что ты делаешь? Ой, извини, Итан. Ты что, хотела подсмотреть мой телефон? Зачем тебе это? Да нет, просто шла и споткнулась. Да-да, расскажи мне, что, тоже хочешь такой пенниборд? Да, ты прав, но у меня нет денег. А вообще, мне пора, пока. Ну ладно, пока. Что? Итан себе хочет пенниборд? Не думала, что такой крутой парень о таком мечтает. Ладно, нужно срочно все рассказать Виолетте. Ах, бедная женщина. Уже целую неделю в коме, и никто ее не навестил. А ведь забота – это лучшее лекарство от всех болезней. Придется мне о ней заботиться, если родные люди не могут этого сделать. Что-то моя комната совсем не похожа на крутую. Нужно ее преобразить. Как хорошо, что у меня есть золотая карта, и я с ней смогу сделать все, что угодно. Так, а вот это все мне поможет. Теперь мне нравится намного больше. Так, а сейчас нужно записать сторис, чтобы Итан это увидел. Всем привет, ребята! И я решила изменить стиль своей комнаты на рокерский. Если вам нравится, то поставьте лайк под эту историю. Виолетта, подруга, я тут такое узнала! Что это такое? И что? Что с твоей комнатой? Извини, забыла убрать свои старые вещи. А с комнатой я решила ее преобразить. Как тебе? Ну, как тебе сказать? Все такое мрачное стало. Так и нужно. Это вообще-то рок. Понятно. Ну так что у тебя там за новости? А, точно. В общем, я все сделала, как ты просила. И я узнала, о чем мечтает Итан. Что? Правда? Так быстро? Ну и что там? Он хочет себе разноцветный пенниборд. Что? Я думала, у такого крутого парня запросы побольше будут. Если честно, я тоже. В общем, я сделала все, как ты просила. Спасибо, Сьюзи, ты лучшая подруга. Подарю подарок Итану. Блин, мама же говорила. Надеюсь, ему понравится. Виолетта, это что? Это новенький айфон. Но зачем? У тебя ведь есть такой же. А это не мне, это моему парню. Что? Кому? Парню. Решила его обрадовать. Ой, всему тебя нужно учить. Виолетта, запомни, никогда не дари подарки парням, а то еще разбалуешь их. А это я, пожалуй, заберу себе. Ну, мам! Достала! Вечно меня контролирует. Эй,
подруга, все в порядке? А, да, просто вспомнила кое-что. Где же моя девушка? Неужели она решила не приходить? Проверю хоть свои соцсети. Все равно скучно. Любимый, извини, я немного задержалась. Эй, тебе что, вообще все равно, что я пришла? Прости, любимая, просто наблюдая за историями этой глупой Виолетты, мне кажется, она все больше хочет быть похожей на нас. А ну покажи. Всем привет, ребята! Я решила изменить стиль своей комнаты на рокерский. Если вам нравится, то поставьте лайк под эту историю. Да, действительно. Интересно, зачем она это делает? Ну, кстати, ее квартирка выглядит богатой. Угу. У нее же мама миллионер. Они самые богатые в городе. Правда? А почему я раньше об этом не слышала? Ах, фу бы мне быть, как Виолетта. Жить, покупать себе все, что хочу, ни в чем себе не отказывать. Итан, ты думаешь о том же, о чем и я? Думаю, да. Нужно ее грабить! Вот это мы с Мэдди круто придумали. Теперь мы станем безумно богаты. Главное придумать план, как правильно ограбить Виолетту. Итан? Привет, Виолетта. А что ты здесь делаешь? Извини, я тебя напугала. Просто я тут кое о чем узнала. Что? Ты слышала, о чем я говорил? Нет, мне об этом рассказали. Как? Кто? Мэдди, что ли? Да при чем тут Мэдди? Мне Сьюзи все рассказала, что ты мечтаешь о новом пениборде и... Фух, ты про пениборд. Это тебе! Это же тот пениборд, та же самая расцветка, которую я хотел! Ага, тебе нравится? Да, конечно, ты еще и спрашиваешь! Я рада, самое главное, что тебе понравилось! У тебя получилось, ты такая крутая! Итан сказал, что я крутая! Ай, где этот Итан? Он что, обалдел? Сколько я могу его ждать? Ох уж эти мужчины! Мэдди! Итан, что ты делаешь? Смотри, что у меня теперь есть! Это что, тот самый пениборд, о котором ты мечтал? Где ты его откопал? Ты не поверишь, мне его подарила Виолетта. Что? Она совсем обалдела дарить подарки моему парню! Тише, тише, не ревнуй, наоборот, радуйся. Этот пенибор знак того, что я ей нравлюсь. Что? Так чему я тут должна радоваться, а? Ты что, забыла, о чем мы говорили на нашей прошлой встрече? А, точно! Это же шанс к ней подобраться и ограбить! Извини, совсем забыла. А я о чем? Пошли, любимая, нужно все детально продумать. Ага, пошли. Я уверена, что Итан уже начинает что-то ко мне чувствовать. А это шанс стать его девушкой. Нужно как-то к нему поближе подобраться. Виолетта, не задавай лишних вопросов. Это тебе. До встречи. Что это было? Ребята, а вы за меня рады? Поставьте лайк под этим видео, если да. Я что-то так волнуюсь. Итан, только я тебе запрещаю ее обнимать, а целовать тем более. Хорошо, любимая. И да, ты не забыл, для чего мы здесь? Да помню, помню, договориться с ней о тусовке. Молодец. Прячься, прячься, идет. Итан, я не опоздала? Да нет, что ты, присаживайся. Тут мило. Спасибо, кстати, что пригласил меня. Я это очень ценю. Да что ты, ты сделал для меня очень классный подарок. Спасибо тебе. Ай, что такое? Все хорошо. Я это, хотел спросить. У меня день рождения завтра. Что? Я думала, у тебя летом.
У тебя так на страничке указано. Сейчас покажу. Я знаю, но оно на самом-то деле завтра. Я просто не хотел, чтобы все знали, и указал фейковую дату рождения. Прикольно. Блин, это же тебе нужно подарок покупать. Не нужно. Можно я тебя кое-что попрошу? Конечно. Мы бы не могли отпраздновать мой день рождения у тебя дома, а то мне негде праздновать. Стой, так давай я просто арендую какое-нибудь заведение. Нет, я хочу именно у тебя дома. Мы потом сможем остаться там на ночевку. Даже так? Ну тогда ладно. Спасибо тебе, Виолетта. Ай, я-то пойду коктейли принесу. Ага. Не зря я все это делала. Скоро я буду встречаться с парнем своей мечты. Проходите, я вас так рада видеть. Виолетта. Итан, с днем рождения. И да, у меня есть для тебя подарок. Ого, такая большая коробка. Я потом посмотрю, если ты не против. Да, конечно, это же все-таки твой день рождения. И еще, пошли, я тебе покажу, как я твою комнату украсила. Ого, ты еще и мою комнату украсила. Ребят, кушайте, это все в честь Итана. А вот это мне уже нравится. Спасибо, Виолетта. Ребята, чего такие грустные? А ну-ка, давайте тусить. Ребята, я выйду в туалет ненадолго. Мы будем тебя ждать. Что, подруга, кажется, получилось. Я об этом так долго мечтала. Так, вроде бы это комната Виолетты. Ага. Только тихо. Ага. Где же эта золотая карта может быть? Погоди, сумочка Виолетты. Это та самая карта. Кажется, мы богаты. Так, Итан, ты сейчас иди на вечеринку, чтобы никто ничего не заподозрил. А я пока пойду снимать наши миллионы. Пока, моя миллионерша. Пока, мой рокер-миллионер. Ну вот и все. Кажется, с этого момента жизнь наладилась, а Виолетта немножечко поживет бедной. Ой, что-то я слишком громко, пора сваливать. Так, мисс Сара, настало время заменить вам капельницу. Я надеюсь, вы соскучились? А где я? Вы в больнице, в коме. А что? Не послышалось? Что со мной? Мисс Сара, вы очнулись? Доктор, это вы? Да, это я! Что со мной случилось? Ай, ничего не помню. А, вы ушиблись головой и провели в коме почти месяц. Сколько? Месяц? А где моя дочь? Не знаю, я видел ее только в первый день, как вы сюда попали. Больше она вас не навещала. Это на нее очень похоже. Ну и этой Виолетте! Куда вы собираетесь? Вам нужен постельный режим. А мне пора совсем разобраться. А, кстати, доктор, вы случайно не находили золотую карточку? Находил, я ее дал вашей дочери. А что? Понятно. Теперь ситуация стала намного яснее. Спасибо, доктор. Эй! Куда вы? Да, непослушный пациент мне попался. А вот и я, ребята! Итан, мы скучали. Я же говорил, что я ненадолго. А теперь музыку погромче и Сьюзи! С днем рождения! С днем рождения! А что тут происходит? Мама! Здравствуйте! Виолетта, что ты тут устроила? Что здесь делают эти ребята? Виолетта, а ты разве не предупредила маму? В общем, тут такое дело.
Мама весь этот месяц была в коме. Что? Мамуль, я так рада тебя видеть! С тобой я потом поговорю. Друзья твои сейчас же уходят домой. Понятно? А еще карточку мою отдай, или ты думаешь, я забыла? А карточки-то уже нет. Да, сейчас. Ой, она, наверное, в сумке. Так чего ты стоишь? Иди ищи! А вы чего стоите? Вечеринка окончена! Как скажете? До свидания! Фух, ну я этой Виолетте устрою! Мам, тут такое дело! Ничего не хочу слышать! Карту быстро отдавай и иди спать! Завтра поговорим! Карты нет. Что? Я не знаю, как это произошло. Я сегодня не рассчитывалась. Она куда-то исчезла. Тьф, мало того, что тебе на меня все равно. Ты не навещала меня в больнице. Так еще и деньги все наши потеряла. Мам, я не хотела, правда. Ты самая плохая дочь. Иди с моих глаз, чтобы я тебя не видела. Как скажешь, мам. Что? Что я натворила? А мне придется здесь все убирать. Нужно было лучше ребенка воспитывать, а не свой бизнес строить. Кевин, где наши коктейли? А вот они. Сьюзи, что-то мне жарко. Поняла, Мэдди. Пс, а если не секрет, где вы взяли столько денег? А мы это... Лотерею выиграли. Круто! Вот бы мне найти такую лотерею. Ребята, доброе утро. Виолетта, что это с тобой? А я это, потеряла золотую карту мамы. И теперь мы больше не миллионеры. Жаль тебя, конечно. Кевин, Сьюзи, почему вы отвлекаетесь на эту беднячку Виолетту? Вот именно. Она же теперь никто. Вы только на нее посмотрите. Она даже не смогла организовать нормальную тусовку. Неудачница. Итан, ты что, опять встречаешься с этой Мэдди? А как же я? А что ты? Я тебя никогда не любил и не буду. Лузерша. Я вас поняла. Извините, ребят. Мне так ее жаль. Мне тоже. Так, мы не поняли, чего уставились. Работаем. Кажется, теперь я полная неудачница. А все потому, что я была зациклена только на деньгах и забыла о самом главном, о своей семье. А теперь я потеряла все. Ребята, цените то, что имеете, и берегите свою семью. Ваша Виолетта. Что это такое? И почему оно стоит посреди класса? Где я? Привет, малышка. Ты находишься в школе, и я здесь самый крутой парень. Свежая кровь. О, ты сразу желаешь целоваться? Мне такое нравится. Но мои губы выше! Нет! Ничего не сделает. Нет, она на работе. Можем тусить целую ночь. Кто это так храпит? А? Сьюзи! Дорогая, что тут происходит? Почему ты так?
немного вчера потусили и не успели прибраться. Сьюзи, мы, наверное, пойдем. Да, круто вчера провели время. Пока, подружка. Сьюзи, сколько тебе повторять, что тусовки дома устраивать нельзя? Мам, да перестань ты орать. После вчерашней музыки так голова болит. Ну ничего, скоро это все закончится, когда у тебя появится старшая сестра. Какая еще сестра? Приемная. А что такое? Я всегда мечтала о двух дочерях. Тем более мне сложно справляться с тобой в одиночку. А со мной ты не хочешь позаветоваться? Сьюзи, уже все решено. И, кстати, она должна быть буквально через час. Так что прибери здесь и приоденься поприличней. Когда же я отсюда съеду? Фу, что это за странный запах? Воняет чем-то. Ага. Ну, я вроде мылся. Не переживайте, ребят, это я. Итан? Что это ты такое ешь? Мясо? А что не так? Братан, оно же сырое. Точно, я даже и не заметил. Хотя, оно и так вкусное. А что с твоими глазами? Да они же красные, ты себя видел. Да ладно вам, ребят, я не поведусь на ваши детские розыгрыши. Нет, правда, ты что, опять всю ночь в компьютере сидел? Ай, да ладно вам, сейчас пойду проверю. Да, как-то странно себя Итан в последнее время ведет. На тусовку не пошел, сырое мясо ест, да и глаза красные. Угу. Кстати, я больше не пойду домой к Сьюзи. Угу. После сегодняшней тусовки ее мама по-любому все расскажет нашим родителям. Пойдем в следующий раз в клуб тусить. Там нас точно никто не спалит. Согласна. Можем пойти даже вдвоем. Так нас точно никто не спалит. Я, наверное, пересяду. Лола, да зачем тебе этот Мартин? Мы же пойдем на свидание со мной. Нет, Алекс, я на свидание с неудачниками не хожу. Сьюзи, ты почему еще не убралась? Ой, я засиделась в телефоне, сори. И что же делать? Твоя новая сестра должна быть с минуты на минуту. Да какая вообще разница, что у нас дома творится? Мы должны показать, что мы хорошая и приличная семья. Быстро иди переодевайся, а я пока попробую здесь все убрать. Да уж. А? Здравствуйте, а это здесь проживает Софи? Да, привет, а ты кто? Я ваша приемная дочь. А, так это ты! Приятно познакомиться! Надеюсь, этот дом станет тебе родным. Ай, кстати, извини за этот беспорядок. Ничего страшного. Ну вот, я все убрала. Ничего себе! Да про такую дочь, как ты, мечтает каждая мама! Вы такая милая. Кстати, пойдем, я сделаю тебе чай и познакомлю с твоей сестрой. Отлично. Втереться в доверие к этой женщине было так легко. Она даже не догадывается, что я не ее приемная дочь. Какая же я счастливая! Совсем скоро я попаду в новую семью, и у меня наконец-то будет мама. Ой, привет. Здравствуйте. Вам что-то от меня нужно? И вообще, вы какая-то мрачная. Не переживай, скоро ты меня забудешь. Сейчас ты пойдешь обратно в детский дом и скажешь, что тебя не приняли в новую семью. Хорошо, я сделаю все, как вы скажете. И ты меня никогда не видела.
И теперь я до конца жизни буду сидеть в детском доме. Даже не верится, что в современном мире вампирам приходится скрываться. Но что поделать? Угощайся чаем, дорогая. Спасибо. Привет. О, вот моя доченька Сьюзи. Сьюзи, знакомься, это твоя новая сестра, Виолетта. Ну, привет, Сьюзи. Мама говорила, что ты очень непослушная девочка. Надеюсь, хотя бы дружелюбная. Не разговаривай со мной. Все, я пошла в комнату. Ты куда? Прости, Виолетта, Сьюзи просто очень противная. Но вы с ней обязательно подружитесь. Очень на это надеюсь. Они меня 100% разыгрывают. Я еще ведусь на это. Стоп. Почему меня не видно в зеркале? Это пранк какой-то. Странно. Здесь я есть. А здесь меня нет. Стоп. Что с моими глазами? Так, нужно загуглить все симптомы. Что делать, если у тебя красные глаза? Ешь сырое мясо и не отражаешься в зеркале. Не может быть. Получается, я вампир? Мартин! Да, чего тебе? У меня есть 2 билета в кино, не хочешь завтра вечером сходить? Прости, но я уже договорился со Сьюзи. Кстати, она сегодня вообще будет на занятиях? Да, я говорила с ней по телефону, скоро должна быть. Правда, по ее голосу я слышала, что настроение у нее ужасное. Ребята! Чего тебе? Представляете, я прочитал гороскоп, и там написано, что сегодня я встречу неожиданную красавицу. Боже, я думала, что в 21 веке гороскопы читают только старики. Наверняка какая-то красавица захочет со мной познакомиться. Всем привет. О, а вот и Сьюзи. Ребята, я хочу вас кое с кем познакомить. Всем привет, ребята! Я сестра Сьюзи. Ха-ха! Похоже, гороскоп и вправду работает! Сьюзи, ты не говорила, что у тебя есть кузен? Вообще-то она приемная. Представляете, моя мама захотела еще одну дочь. Приятно познакомиться! Мне тоже. Надеюсь, мы все подружимся, когда вы все станете вампирами. Ну, привет, прекрасная незнакомка. Фу, что это за ужасный запах? О, не волнуйся, это я сегодня ел буррито, мой любимый, с чесночным соусом. О! Фу, немедленно отойди от меня! Ребят, я тут такое про себя узнал! Так это ты? Эй, а вы знакомы? Они, скорее всего, родственники. Посмотри, у нее глаза такие же, как у Итана. Нет, ребят, не беспокойтесь, я его первый раз вижу. Значит так, пошли со мной, нам нужно поговорить. Значит так, ребята, эта новая сестра мне совсем не нравится, так что избегайте ее. Я не хочу, чтобы у нее были друзья. Ага, конечно. Вообще-то я хочу с ней встречаться. Только пойду сначала зубы почищу. Быстро сюда зашел! Эй, чего тебе, вампирша? Замолчи, нас могут услышать. Нет, я не собираюсь молчать. Эй, послушайте все! Почему ты меня не слушаешь? Потому что из-за тебя мне придется жить еще очень много лет. А я так не хочу. Плевать, ты должен забыть о всех своих друзьях. Ты вампир и должен объединиться со мной. Нет, кто ты такая, чтобы мне здесь указывать? Похоже, это безвыходная ситуация. Мне придется использовать гипноз. Слушай сюда, ты теперь вампир и ты должен гордиться этим. Да, пить кровь круто. А еще ты совершенно ничего обо мне не знаешь. Я ничего не знаю. Первый раз тебя вижу.
свободен. Стоп, а что я здесь делаю? И ты кто такая? Итан, хватит уже с этой красавицей болтать. Теперь моя очередь. А ты кто еще такой? Я твоя мечта. Значит, я тебе понравилась? Ну да, поэтому тебе очень сильно повезло. Ну так что, когда на свидание? Что, так быстро? Даже пощечину не дашь? Ну да, выглядишь ты неплохо, еще и такой настойчивый. Вау, я не верю своим ушам. Тогда сегодня всем. Мне нужно привести себя в порядок. Какой же он дурак. Именно такие мне и нужны. С помощью него я могу реализовать свои планы. Как она меня достала! Ты видела, как она на нас смотрела, будто мы все никто! Тише, Сьюзи, чего ты так разоралась? Все, давай позже поговорим. Пока, Лола. Закрой рот и не разговаривай со мной так. Что случилось, сестренка? Тише, успокойся. Да ты вообще видела себя? В чем ты одета? И вообще, сними эти разноцветные линзы. Это мой родной цвет глаз. И вообще, убери от меня свои руки. Сьюзи, мое терпение не вечное. Эй, что ты делаешь? Отпусти, Виолетта! Запомни, со мной лучше не связываться и не ссориться. Мам! Тише, не ори! Девочки, что случилось? Ничего не случилось. Мы уже со Сьюзи начинаем ладить. Она такая милая. Сьюзи, это правда? Да. Отлично! Вы такие умницы! За это вам нужно обязательно что-то вкусненькое приготовить. Молодец, значит, ты меня правильно поняла. Не радуйся, я просто не хотела расстраивать маму. Ладно, я пошла на свидание с Алексом. Так ты дала шанс этому неудачнику? Да, а тебе что-то не нравится? Нет, все нормально. То-то же. И откуда она такая сильная? I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. Ну все, теперь я точно завоюю ее сердце. О, ты уже здесь? Привет, Виолетта! Ты даже еду уже заказал? Да, правда, у меня не было денег на нормальную еду. Пришлось взять самую дешевую пиццу. Алекс, это что, чеснок? Ну да, тебе что-то не нравится? Алекс, я его ненавижу! Да не расстраивайся. Вот, тебе жвачка. Она тебе понадобится, когда придет время целоваться. О, нет, ты ничего не понимаешь! В следующий раз, чтобы исправился! Вау, она такая... такая... точно моя девушка! Я уже на месте и попкорн взял. Спасибо, Мартин, ты такой заботливый. Слушай, Мартин, этот фильм про вампиров такой страшный. Не переживай, я рядом. Давай, Сьюзи, соберись. Мартин, может, отвлечемся? Так, ребят, а что вы здесь делаете? О, ребят, почему у вас так мало места? Лола, тебя еще тут не хватало. Представляете, так совпало, что у нас сеанс в одно и то же время в одном и том же месте. Вы рады? Ага. Правда, мои места в другом конце кинотеатра, но ничего, я посижу здесь. Да, похоже, Лола все испортила. Я у вас немного попкорна одолжу, ладно? А, кто-нибудь, позовите сотрудников кинотеатра. Да забирай уже весь. Все равно настроения больше нет. Кстати, я видела этот фильм. Там в конце главная героиня воссоединится со своим парнем, чтобы выпить кровь всех одноклассников.
Так, девочки, наверное, на занятиях. А, опять Сьюзи разбросала свои вещи по всей комнате. А, как же меня это бесит. Привет вам. О, Виолетта, прости, просто моя дочь неряха разбросала все вещи. Да ничего страшного, мам. Иди лучше попей воды. Точно. Спасибо тебе, ты такая заботливая. Нужно себя беречь. А пока ее нет, мы быстренько все уберем. Все, Виолетта, я уже успокоилась. О, ты так быстро, а я уже все сложила вместо своей сестры. Нет, ну ты точно самая лучшая дочь в мире. Кстати, хочу тебе похвастаться, какое я купила себе новое ожерелье. Какое красивое ожерелье. Правда крутое, по скидке взяла. Угу. Подожди секунду, не оборачивайся. Хочу получше рассмотреть твое ожерелье. Мам, извини, что не убрала все вещи, сейчас все уберу. Виолетта вместо тебя уже все сложила, бездельница. Вообще-то я не просила ее это делать. Зачем я вообще сюда пришла? Вечно она такая. Да ладно тебе, мам, у нее такой возраст бывает. Да, нужно будет прикупить вещей. Братан, привет. О, Итан, давно тебя не видел. Где ты был? Ничего, нужно было разобраться в себе. Не забивай голову. Нет, все-таки ты странно выглядишь в последнее время. Ничего, не хочешь мне рассказать? Походу, у меня не выйдет ничего от тебя скрыть. Мартин, я вампир. Что ты сказал? Ага, а ты почему думаешь, у меня такие глаза? Эй, не подходи ко мне, чудовище! Братан, я же не говорил, что я хочу пить твою кровь. А почему? Я должен тебе верить. Мартин, мы же поклялись не врать друг другу. Забыл? Я знал, что ты меня поймешь. Стоп, а как ты вообще превратился в вампира? Точно не помню. Помню, что ехал на скейте, а потом все как в тумане. Стоп, а как нам теперь жить? Ты же теперь не стареешь. Так это же круто, Мартин. Теперь у тебя будет всегда молодой друг. Какая же ты хитрая, Виолетта. Я тобой так сильно горжусь. Привет, малышка. Ну что, ты уже успокоилась? Опять ты? Да ладно тебе, не нервничай. Вот, эти цветы тебе. И на этот раз никакого чеснока. А ты не такой тупой, как я могла подумать. Да, у меня даже дома есть медали. Правда, они все шоколадные. Ну так что, ты хочешь, чтобы я тебе дала второй шанс? Нет, как насчет того, чтобы начать новые отношения уже сейчас? Алекс, ты шутишь? Понимаешь, такая классная. Я уже хочу поскорее узнать, есть ли у меня шансы. Ну вообще, я люблю, когда мне прислуживают. Не вопрос, я буду делать все, что ты мне скажешь. Честно? Да, конечно. Ладно, я согласна быть твоей девушкой. Ты не шутишь? Нет, я люблю уверенных парней. Да, наверное, не стоит говорить ей, что это моя первая девушка. Эй, Алекс, ты почему постоянно трешься возле этой Виолетты? Тебе что, совсем нет до нас дела? Эй, девочки, вы что, не знаете, что Виолетта моя? Я его девушка. Что? Алекс, ты вообще думаешь, что делаешь? Мы с первого класса вместе, а ты встречаешься с новенькой? Тем более я запретила вам с ней общаться, помнишь? Вообще-то я не обязан это делать. У меня есть свое мнение, понятно? Молодец, Алекс. А кто будет лезть к моему парню, будет иметь дело со мной. Да я вам сейчас... Эй, Лола, оставь эту Виолетту! Почему, Сьюзи, ты знаешь, что я сейчас ей сделаю? Нет, Сьюзи, отпусти ее. Я хочу проучить Лолу. Нет, Лола, пошли лучше отсюда. Давайте, давайте, проваливайте отсюда. Вау, Виолетта, вот это ты крутая. Ты даже не представляешь, насколько, Алекс.
Еженедельную традицию просмотра фильмов объявляю открытой. Слушай, Итан, мне кажется, здесь чего-то не хватает. Ты о чем? Ого, так у тебя и суперскорость есть. Братан, можешь бегать за коктейлями? Готово. Ого, а ты быстрее, чем я думал. Вот бы еще чипсов. Сейчас. Вот, держи. А давай посмотрим фильм на ноутбуке. Но я же только сел. Ну, тебе же не сложно. Последний раз бегаю. Теперь точно все? Да ладно, я просто над тобой прикалывался, Итан. Было бы прикольно посмотреть, как ты бегаешь. Ага. Слушай, мне тут нужна твоя помощь в одном деле. Ты же поможешь? У меня есть выбор. Садись, Сьюзи. Надеюсь, Лула в этот раз не испортит нам свидание. Да, я тоже. Надеюсь, что в этот раз все пройдет гладко. Даже не верится, что я это делаю. Что это такое? Летучая мышь! Я же их боюсь! Не волнуйся, Сьюзи! Иди сюда! Не вырвешься! Вау, какой ты крутой! Прости, братан! Да ладно тебе, Сьюзи, для меня самое главное это защитить любимую девушку. Так, ты только что сказал любимую? Сьюзи, я устал ходить на свидание с обычной подругой. То есть ты намекаешь на новый этап отношений? Именно. Сьюзи, ты готова стать моей девушкой? Конечно! Мартин, почему ты мне раньше об этом не сказал? Алекс, куда ты меня привел? Давай, Виолетта, сегодня все наши тусят. Смотри, уже все в сборе. Эй, а что здесь Виолетта делает? Ребят, вечеринка в самом разгаре, давайте тусить! Эй, Сьюзи! Слушай, давай только на этот раз ты не будешь с ней ссориться. Да не переживай, я ее трогать не собираюсь. О, а вот и медленный танец. Виолетта, прошу. Привет, Лола, не хочешь мне составить компанию? Нет, Итан, мне это не интересно. Эй, Мартин, не хочешь со мной потанцевать? Вообще-то с Мартином танцую я. Эй, Сьюзи, не хочешь уступить подруге? Лола, не хочу тебя расстраивать, но мы теперь со Сьюзи пара. Что? Я хотела тебе рассказать, но просто не успела. Я уже не могу терпеть. Сьюзи, я знаю, что ты хотела от меня утаить. Лола, только не плачь, ты только портишь нам танец. Все, мое терпение лопнуло. Лола, успокойся, у нас же сейчас вечеринка. Что это такое? Вкусно. Не зря пришел сегодня на вечеринку. Виолетта, что это такое? Извините, ребята, так хотела томатного сока, что и вас заляпала. Это совсем ненормально. Теперь мне придется мыться. Вечеринка испорчена, теперь Мартин за Сьюзи. Мам, я больше это терпеть не могу. Сьюзи, тебе вечно все не нравится. Рассказывай. Я хотела поговорить про Виолетту. Она безумно странная. Что ты несешь? Я тебе не верю. Но она же не родная твоя дочь. Послушай меня. Нет, это не обсуждается. Я не хочу тебя больше слушать. Уйди. Всегда все так. Но почему мне мама никогда не верит? Что я ей сделала? Дорогой дневник, после появления Виолетты в доме моя жизнь полностью разрушена. Она еще так странно себя ведет, красные глаза, боится чеснока и перемещается по дому быстро. Стоп, кажется, я где-то уже такое видела. Неужели Виолетта... Так, нужно все срочно рассказать ребятам. Ребята, а где Виолетта? Не знаю. Моя дорогая сейчас отдыхает. Она сказала, что не хочет сегодня идти на уроки. Лола, а ты не видела ее? Я с предательницами не общаюсь. Все понятно. Не хочешь общаться? Не нужно. Дорогая, что случилось? Виолетта вампир. Вампир? А как ты это поняла? Ну, сами подумайте. Красные глаза, быстро перемещается, не любит чеснок и к тому же любит томатный.
зеленый сок. Нет, это неправда. Моя дорогая Виолетта не вампир. Алекс, она вас обманывает. Вам нужно расстаться. Нет, это все вы врете. Я пошел к своей любимой. Похоже, Алекса уже не спасти. Девочки, мне тоже нужно вам кое-что сказать. Нет, Итан, не нужно этого говорить. Я тоже вампир. Точно, как я раньше этого не замечала. Все, Итан, не приближайся ко мне. Да что происходит? Итан вампир, Виолетта вампир, нам всем конец. Нет, он хороший, честно. Да, можете расслабиться, я не хочу пить вашу кровь. Почему мы должны тебе верить? Он говорит правду, Сьюзи. Так ты все знал? Прости, я не хотел тебя пугать, поэтому ничего и не говорил. Что же теперь будет? Дорогая, что происходит? Алекс, тише, говори спокойнее, что случилось? Почему они все говорят, что ты вампир? Это же неправда! Как тебе сказать? Погоди, то есть я все это время встречался с вампиром? Не переживай, Алекс, это пойдет тебе на пользу. Что такое, Виолетта? Почему я чувствую столько силы и так хочу выпить свежей крови? Все нормально, Алекс, теперь ты просто один из нас. Круто! Почему ты раньше меня не укусила? А теперь пошли. Нам нужно разобраться с нашими одноклассниками и превратить эту школу в школу вампиров. Пошли! Мам, нам срочно нужно прятаться! Что такое, доченька? Виолетта вампир! Ты что, с ума сошла? Правда! Нет, она говорит правду. Виолетта, почему ты на меня так смотришь? Выбираю место, где лучше укусить. Стоять! Ты где это взяла? Не твое дело, проваливай! На этот раз вам повезло, но скоро я вернусь. Лавуша, атмосфера сегодня и правда жуткая. Еще и воздух такой холодный. Нужно было читать гороскоп. Там сказано, что сегодня ты станешь вампиром. Отвали от меня! Ты сильный? Ну ничего, я сильнее. Мне тебя никак не победить! Прощай, Сьюзи! Что это за сильная энергия? Ну привет, друг! Почему ты его защищаешь? Давай просто выпьем его кровь! Не переживай, я поделюсь! В отличие от тебя, я не пью кровь друзей. Похоже, ты не такой слабый, как я думал. Ты совершил большую ошибку. Нет, это ты так думаешь! Ну, давай потанцуем! Надеюсь, со мной ничего не случится. Давай, Итан! Я здесь, Итан! Такие вампиры, как ты, не нужны! Итан! Чесночная граната! Что это такое? Все, у меня больше не осталось сил. Говори, почему ты предал нас, неудачник! Я не знаю. Похоже, я что-то вспоминаю. Это Виолетта меня загипнотизировала. Какой же ты глупый. Простите, парни, сейчас со мной все нормально. Обещаю. Ладно, с тобой потом разберемся. Стоп, а как же девочки? Это все сон. Нет. Это все здесь. И скоро ты станешь вампиром. Стоять! Нет! Отошла от нее! Как же ты меня бесишь этой палкой! Ненавижу! Виолетта, я не ожидала, что ты окажешься вампиром! Закрой свой рот, женщина! Я не твоя приемная дочь! На этот раз тебе не удастся сбежать, Виолетта. Почему это? На этот раз я с тобой покончу раз и навсегда. Прощай, Виолетта.
Нет, это же солнечный свет! Мне нельзя, чтобы я под него попадала! А, нет, я горю! Нет! Неужели это все закончилось? Девочки, у меня для вас плохие новости.